Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Если вы спросите, какое у меня настроение, то у меня настроение не очень. Я пью кофеёк без Даши. Даша где-то спряталась. У нас после дождей началась жара. Неимоверная жара. Спека. И Дашутка где-то спряталась под кустики от солнышка. Видите, как получается? То дожди были, холодно. И в один день началась такая жара, спека. Нормальной погоды нету. Меня это огорчает. А еще меня очень сильно огорчают сорняки на огороде. Огород зарос неимоверно. После дождя земля утрамбовалась. Земля как гранит. Я долбу ее и на месте. Вот сегодня я пришла прополоть лен. Смотрите, сколько сорняков. Я уже 2 дня на огороде, безвылазно. Полю огород. Прополола я лен свой. Спросите, зачем он мне нужен. Я вам и не отвечу, зачем он мне нужен. Привычка. Причем дурная привычка. И уже устала. Тяжело полоть. После дождя земля утрамбовалась. Очень тяжело. Я вчера настолько устала, что даже не включала компьютер. Еле доползла до кровати. Представляете, настолько это я устала, чтобы не включать интернет. Сильно устала. Даже не загрузила свое видео, музыкальное видео. Там такая красивая музыка. Посмотрите. Если я сегодня загружу его, посмотрите, пожалуйста, вам так понравится. Лен прополола, полю сорго. Сорго — это из чего вяжут веники. Вот скажите, пожалуйста, зачем мне нужны веники? Зачем мне нужны веники? Я не знаю, зачем мне нужны веники. Если мне одного веника хватает года на 2, а то и на 3. Не могу ответить на этот вопрос. Зачем мне нужны веники? Наверное, для того, чтобы вот так вот страдать на этом огороде и полоть эти веники. Я сорго не дополола, сижу, отдыхаю, спряталась от солнца. Поднялось солнце, температура, наверное, не меньше 40, не меньше, я не преувеличиваю. Вот такая у нас сегодня спека. Посмотрите, какая хвосточка красавица. Я только что перечисляла за интернет и глянула заодно прогноз погоды на месяц. Вот там где-то 5 июля у нас начнется жара, 40 градусов, 36, 38, 40. Вот такое у нас будет лето. Я сегодня уже 3-й день как не выходила из дому. Была как в заперти. Нужно немножко прогуляться. Этот парк совсем рядом с моим домом. Поэтому я здесь часто бываю. Вот иду и думаю, вот лежала бы в Киеве на диване, в холодочке, и не думала бы про этот огород. Ведь я фактически живу в Киеве, это я здесь, так сказать, на даче. Лет 10 назад я вот тоже думала, как это, вот дача, это так хорошо. Все свое, овощи свои, фрукты свои, это так замечательно. А не думала, что... старость близится, что в такую и климат сильно поменялся. Лет 10 назад у нас не было такой жары. А сейчас, чтобы кушать все свое, нужно очень хорошо потрудиться.
мне очень часто пишут комментарии, что вот как только я выйду на пенсию, сразу еду на дачу, в село. Я вам просто не рекомендую этого делать. Вижу, лебедей плавает. Но показать вам не смогу, друзья мои. Потому что в этих камышах очень много воды после дождя. А чтобы их увидеть, надо пробраться мне к берегу. Но я не могу этого сделать, к сожалению. Я мечтала, что когда я выйду на пенсию, я обязательно попутешествую по Украине. Я была во многих странах, и в Америке, и в Англии, и во многих странах Европы. Везде побывала. А вот по Украине, а Украину знаю плохо. А у нас здесь есть очень замечательные места, которые собиралась посетить, да так и не посетила. И все почему? А все из-за огорода. Видите? Маленькая уточка почти рядом с ребятишками купается. Наблюдает за ними. Но я их, конечно, не буду показывать. Здесь небольшая база отдыха. Здесь очень много сейчас отдыхающих. Кафе здесь хорошее. Люди уже отдыхают. Но я их не показываю, потому что не хочу смущаться сама и смущать людей. И здесь утики маленькие, они не боятся. Это мамочка. Мамочка с утятками. Посмотрите. Удивительно, что они не боятся. Красота. Здесь навес. Стол, видите, длинный такой. Немножко посижу. Одним словом, вы поняли, я против всяких дач, и особенно, когда ты уже старенький, когда ты уже на пенсии, человек должен быть свободным от всего этого. Имущество, чем меньше имущества, тем лучше. Должен быть свободен от этой недвижимости. Вся эта недвижимость, она держит нас. Мы как рабы. Я раньше все приставала к своему сыну. Все у него спрашивала, что ты живешь на съемных квартирах? Пора уже иметь или квартиру собственную, или дом собственный. А он мне всегда говорил, а зачем? И вот теперь я поняла, что он был абсолютно прав. Он сейчас может в любую минуту переехать, перелететь в другую страну. Он свободный человек. Так что, сынок, ты абсолютно прав. И очень хорошо, что ты меня не послушался. А то сидел бы привязанный к своему дому или к своей квартире. Я за свободу передвижения. Чем больше человек передвигается, чем больше видит других стран, тем более он счастлив. Это я так думаю, друзья мои. Это я так думаю. А у каждого свое мнение, естественно. Солнце повернуло к закату. Я, наверное, пойду домой. Все-таки, может быть, я допалю это сорго. Поговорила с вами, поделилась своими размышлениями. А сегодня я с вами попрощаюсь, дорогие друзья. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте счастливы. До свидания. До скорой встречи.